Станислав Воскресенский развивает международные экономические связи. На российско-узбекском форуме подписаны соглашения между Ивановской и Ташкентской областями о торговле и сотрудничестве в экономической сфере. Об установлении взаимовыгодных отношений между субъектами двух государств речь шла еще в начале августа, во время визита Ивановской делегации в Узбекистан. Главы регионов договорились о взаимодействии в нескольких отраслях, в том числе текстильной, машиностроительной, сельскохозяйственной, пищевой. На двустороннем форуме развернули большой стенд, на котором представили свои товары крупнейшие предприятия региона: ТДЛ «Текстиль», ХБК «Шуйские ситцы», ИВ «Молокопродукт», РИАД и другие.